мне. Мне 12 лет. Я из поселка Николаевка Еврейской автономной области. На белый пароход я уже езжу 4-й год. И попала я на него благодаря своей музыкальной школе. Мы все вместе поехали на прослушивание в город Хабаровск, куда приехал Николай Диденко. Самые яркие впечатления от белого парохода я, наверное, беру в конце смены, когда мы показываем концерт, и мы все прощаемся, смешиваются все чувства и эмоции. Я хочу выразить огромную благодарность всем музыкантам этого проекта. Они усердно занимаются с нами и дают нам много-много опыта. В отдельности я хочу выразить благодарность Василисе Серовой, Георгию Журавлеву и, конечно, Николаю Диденко. На белом пароходе мы не только играем в игры с вожатыми и ходим на различные экскурсии, а также очень хорошо и тщательно занимаемся вокалом. Сейчас мы плывем по знаменитой русской реке Волга на теплоходе и останавливаемся в каждом городе, где наши педагоги прослушивают новых детей для того, чтобы отобрать их проект на следующий год. Желаю огромных успехов нашему проекту. Я всех безумно люблю и всем пока! На дети, теперь на ты жить.